Лучше на самом деле в 10 раз, наверное. У вас есть проблема одна, почему мы так не можем сделать? Потому что мы не умеем. Барабанщик мне говорил, что когда люди хлопают, у него мурашки бегут. Еще он очень стесняется. Давайте его поддержим. Это же не поддержка, да, мы поддержим. Мы сегодня только познакомились с ним, еще толком не успели узнать, кто это вечер. Завершающая песня. Спасибо всем за то, что вы есть. Спасибо, ребят. Прошло все о том же, гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же настоять хоть кто-то, скоро рассвет. Чью-то тетрадь, кою как метра, полеты нет и выхода нет, и выхода нет. Где-то мы расстались, не помню, в каких городах, словно это было в пыли. И через мои письма идут и идут поезда, исчезая в темном дымке. Лишь бы мы проснулись, а мои постели скоро рассвет. Самолета. И девочки с глазами самого синего льда тает под огнем пулемета. Лишь бы мы проснулись с тобой в водяной постели, скоро рассвет. Ключ поверни. Нас писать, ну громче! Чудо-тетра! Кровью как... Тетра полет в земле! А выхода нет! Ну что, ваша очередь теперь? Ну? Yeah.
хорошо, ребята, с вами была.